Так, здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное занятие нашего кружка по изучению диалектики, которую мы изучаем по той книге, про которую Энгельс сказал, что единственной компендией диалектики содержится в науке логики Гегеля. Разговаривать про диалектику можно много, примеры приводить, можно спорить, но есть то произведение, который является первоисточником. Не только является первоисточником, но является единственным источником, где дается система диалектических категорий. Что такое система? Не то, что вот и эта вот категория, и вот эта категория, и вот та категория, они перечисляются, как в словаре подавали. Значит, наберешь слово, вот отвечают вам. Наберешь второе слово, вам отвечают. Почему по словарям нельзя изучать диалектику? Потому что там никакой системы нет, кроме одной, по алфавиту. По алфавиту. А так ни одно живое существо не построено, что оно построено по алфавиту. Оно построено, есть более простое, есть более сложное, есть разные функции. Поэтому и диалектика не может быть построена по алфавиту, а словари могут быть, и они иначе и не строятся. Это для чего они дают? То, что можно вырвать и попытаться определить изолированно. А раз вы определяете изолированно само по себе, оно не в системе. А раз не в системе, то вы получаете не то, что вы хотите. Дескать, вот вроде того, как у вас живая рука, хотите, я вам покажу вашу руку. Выдернула руку, вот его рука. А это уже не его рука. Это вообще уже не рука. Это уже рука мертвая. А речь идет о живой. Поэтому, когда речь идет о диалектике, тут есть самое важное движение, рассмотрение в системе этих категорий. Кто-нибудь хочет сказать, что такое система диалектическая? Система диалектическая. Это она диалектическая. Потому что систему можно по-разному строить. Вот система там, механическая система, да? Здесь это. Вот есть колесо, а вот есть у него ось, и вот это определенная механическая система. А диалектическая система как построена? Вот всякая диалектическая система, она имеет начало и конец. Развертывание, не конец, а результат. Результат. Так? А что является системообразующим элементом? Нету системообразующего элемента. Вся вот эта система представляет собой развертывание начала. Начало развертывается до результата. А почему? Потому что вы сначала должны сказать, что такое начало. И уже в понятии начала сидит это движение, Евгений Николаевич. Начало – это что? Что такое начало? Свернутый результат. Какой? Неразвернутый результат. Да, неразвитый результат. Ну, неразвернутый, неразвитый результат. А раз неразвитый, Нет, когда уже свернутый, это вы заканчиваете дело. А вначале вы не заканчиваете, уже свернули, сейчас уйдете. А если это начало, так неразвитый еще, то еще пойдете. То есть неразвитый результат, ну не точно, не то что неправильно, но не точно. Неразвитый результат содержит в себе понимание движения. Движение от чего? Этого результата до, простите, этого неразвитого результата до развитого результата. Не движение начала к результату. А результат что такое, Борис Николаевич? Неразвернутое начало. Какое? Здравствуйте. Результат что такое? Развернутое начало. А вы что сказали? А почему у вас ошибки с точностью до противоположного? Я просто оговорился. Конечно так. Он готов воспринимать, но не готов был выступать. Нет, я предвидел, что у него... А вы адвокат, что ли? Да. Понял. Вы с адвокатом приходите на кружок? Уже люди приходят с адвокатом прямо на кружок. Представляете, какой уровень? Сергей Николаевич, вы уверены? Да. Естественно. Да. Как в конце концов. Вот, человек купил в том науки логики, он поэтому чувствует себя очень, очень твердо. У него в руках прямо на этот науки логики. Видите? С доставкой бесплатной. С бесплатной доставкой получил от товарищей. Таким образом, поскольку начало есть не разве результат, поэтому вот это движение содержится в понятии начала и в понятии результата. Потому что и в понятии результата есть начало, и в понятии начала есть... Понятие результата. Но
Они парные. И есть развертывание. Без развертывания системы нет. Это диалектическая система. Поэтому весь фокус, так сказать, все внимание наше уделено на том, как из одной категории входит другая. Поэтому если я спрашиваю, а где и когда появляется определенность, то она же не сначала появляется. Категория определенности вначале не появляется. Вначале есть только чистое бытие. Потом мы знаем, что за чистым бытием следует ничто чистое. Потом бытие. И когда вот, Константин Константинович, появляется определенность? И что это такое? Это не бытие, принятое в бытие. Так что там конкретно тело, имя и форму бытия. Да. Есть определенность. Очень хорошо. А есть определенность. Очень хорошо. Вот Константин Константинович прямо указал то место, когда мы находим... Рассматриваем уже наличное бытие как результат снятия становления. И в наличном бытии находим становление, в становлении находим ничто. И вот это ничто, которое в наличном бытии называется уже не ничто, а? Конечно. Вот так все хорошо сказали, а сейчас... Нет. Небытие. Небытие. То есть, если мы говорим небытие, это значит не тот случай, когда свободно они еще ходят. Ничто, да. Чистое ничто. Чистое бытие. Бытие и ничто. Нет. Здесь налицо уже есть бытие, а ничто в нем. А раз в нем ничто, вот то ничто, которое в наличном бытии, называется небытие. Определенностью. Небытием. Ну, небытием. И вот небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью. Вот у нас наш молодой товарищ сидит в красном, в красной куртке. Так? Красная куртка – это не он же. Вы же не будете доказывать, что это вы. Куртка – это же не вы. А раз не вы, значит, это ваше небытие. Но оно к вам же относится. Поэтому, когда мы на вас смотрим, то вот это наличное бытие включает в себя ваше небытие. И вот это вот небытие – вот эта куртка красная. И вот эта красная куртка есть ваша определенность. Человек в красной куртке. Иногда в очереди так и говорят, я за красной кофточкой. Или там за красной курткой стою. Потом уже кто стоит, это им не интересно. Они знают очередь, чтобы не потерять ее. Вот и все. Вот это очень важно понимать. Примеры мы и более простые приводили. Если я беру чай и кладу туда одну ложку сахара и размешиваю. В этом чае сахар есть? Сахар – это чай или не чай? Нет. Раз нет, значит, это небытие сахара, небытие чая. Вот небытие чая, брошенное в чай – дает ему определенность. Какую? Сладкий чай. Так? Вот тут мы строго тогда все. И наоборот, чай, сахар с чаем. Как? В чай. Сахар в чай. Ну, в чай, да. А есть его отрицание, его небытие. Или можно и усложнить задачу, туда еще и лимон бросить. А лимон тоже не чай. Правильно? Тройное. И тогда будет двойное. Тогда будет сладкий чай с лимоном. И лимон. Не чай. И да, определенность. Две определенности. И это определенность, и это определенность. И чай не лимон, и чай не сахар. Нет, неправильно. У нас речь идет о чае. Наличное бытие у нас чай. А вы хотите переставить? Не переставляйте. Переставляете? Нет, потому что наличное бытие у нас чай. А вот эти вот, а вот небытие в этом чае, то есть или сахар, или лимон, это его определенности. У вас может быть много определенностей. И вот одна и та же определенность, это уже я перескакиваю дальше, когда мы уже имеем два нечто, и эти два нечто как моменты нечто, это мы уже перенеслись в рассмотрение изменяющегося нечто, вот я пропускаю целый там каскад этих переходов, и вот когда вы имеете одну и ту же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, и эта определенность, соединяющая и разделяющая два нечто, называется? Границей. Вот что такое граница. А вот граница, которую переходит, называется? Пределом. Вот, пределом. Все, ну, тогда в порядке. Знаете, какая интересная штука? Вот если рассмотреть более подробно про чай и не чай, то сам чай уже... небытие по отношению к воде, кипятку. Мы не рассматриваем то, подробно. Мы двигаемся вот
последовательно. Если у нас предмет чай, то мы его не превращаем из предмета в определенность. Это объект у нас, он бытие. Вот надо различать бытие и определенность. Если у нас куртка бытие, то надо вытряхнуть этого молодого человека и взять эту куртку. Как для бандитов, так оно и бывает. Для них вот он идет мимо и говорит: о, куртка пошла. Сейчас мы ему скажем, нас трое придет, скажет: дорогой, освободи, пожалуйста, куртку от себя. И он с удовольствием освободит, поскольку если особенно червь, да с оружием, лучше не сталкиваться. С курткой это просто, а вот с червью... Нет, не просто. Всегда надо различать, что бытие, а что определенность. Надо всегда, если мы в том случае, когда мы хотели узнать, что такое определенность, мы должны начинать с наличного бытия, а не с определенности. С наличного бытия. И в нем, вот в наличном бытии, мы нашли небытие. И вот небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенность. Но я обращаю внимание всех присутствующих, и старых, и новых членов нашего кружка, что это вот материал у нас как бы прошлый. Почему как бы? Потому что для некоторых он не прошлый. Во-вторых, как показывает изучение науки логики, в том числе людьми, которые давно ее изучают, не лишнее бывает вернуться и снова пройти эту дорогу, потому что это логическая дорога. И когда вы по хорошей дороге ходите, то вы научаетесь ходить. Вот, это раз. Во-вторых, у нас есть записанные, и мы записываем все занятия кружка. И если вы зайдете на сайт фонда, не за сайт, а на канал фонда Рабочей Академии на YouTube, набрать надо YouTube, фонд Рабочей Академии, то там имеются занятия кружка за все предыдущие годы. И мы двигались очень медленно, останавливались на каждой категории и долго-долго ее обсуждали. Я спрашивал, люди отвечали, поправляли, и потом двигались дальше. Потому что двигаться вперед, не разобрав, это не совсем правильно. Хотя, с другой стороны, можно двигаться вперед, не разобрав, но надо тогда возвращаться и разбирать. То есть ничего страшного в этом нет, потому что можно вот всю книгу прочитать по принципу. Вот сейчас у меня только средняя книга, это... Вторая книга из объективной логики. А можно все их три прочитать, а потом начать изучать. Почему? Как можно прочитать, не поняв? Ну, надо привыкать читать, не поняв. Потому что что-то вы запомните, что-то вы вам, где-то у вас блеснет. Это называется освоиться, это называется попривыкнуть к терминологии. Наверняка что-то вам покажется понятным. Что-то вам покажется совсем смутным. В таких случаях нужно возвращаться к этому делу и начинать второй раз. Если надо, третий, а если надо, и четвертый. То есть такие есть хорошие вещи, которые, если надо, и 20 раз. Я вспоминаю, такое был, переписка была у Ленина с одним молодым товарищем, который боролся с бюрократизмом. Я, говорит, два раза боролся и потерпел поражение. А Ленин ему написал, что если вы боретесь с бюрократизмом, тут не два, а 22 раза надо было попробовать. А вы всего, до этого, может быть, и мало. А вы два раза попробовали, и я не уверен, что вы правильно пробовали. А вот уже он прямо все умер уже, он два раза попробовал. Поэтому речь, если идет об изучении серьезных вещей, то они и заслуживают того. Лучше 20 раз прочитать хорошую книгу, чем 220 раз прочитать плохие книги. Вот, а их много. А эта книга единственная в своем роде. Никакой другой книги, в котором бы содержалась диалектика, нет. Ну вот есть, например, книжка такого у нас Труфанова, который нам подсунул, что, дескать, вот «Наука логики в доступном изложении». Что значит «в доступном изложении»? Дескать, вот человек гениальный, написал гениальную книгу. Человек, который ничего не написал, и никакой, ничего не открыл, он, значит, объясняет, что, это, что написал гениальный Гегель. И этому человеку верят люди или начинают бросаться, дескать, у него понятно. Понятно, только это вы, все будет вам понятно, только вы не, единственное, чего не будет, диалектики. А так все будет хорошо. Вот, так вот, значит, перед теми, кто здесь занимается, стоит задача пересматривать эти уроки. И наша деятельность, как кружка, не состоит в том, что мы проводим раз в две недели только вот, часовые занятия, а в том, что мы здесь... Продвигаемся вперед или останавливаемся на наиболее сложных моментах, или можем разобрать то, что, так сказать, вызывает большие вопросы. Застрял человек, можно ему помочь, правильно? Вот. И медленно, но будем двигаться все-таки вперед.
Задача сегодняшнего занятия вытекает из того, на чем мы, так сказать, на какой категории, на каком месте мы остановились. А мы остановились на учении о противоречиях, учении о сущности. И вот мы уже рассмотрели основания, основанные, и дошли до таких категорий, как сущность и форма, форма и содержание, форма и сущность, форма и материя. Форма и материя, материя, форма и содержание, содержание и форма. Вот хотелось бы это все разобрать. У Гегеля это разобрано. То есть речь идет о том, что мы имеем здесь в учении о сущности дело не с определенностью, как было вот первая часть. Все это была рефлексия, это все определенность. А с восстановленным через сущность бытием, так говорит Гегель. Восстановленное через сущность бытия. Когда вот эта определенность дошла, рефлексия, до противоречия, противоречие разрешилось в основании, по-немецки «get zu grunde» идет в основании, то мы его получили опять бытие. То есть равная сама себе определенность есть бытие. Она есть. Раз она есть, она бытие. И вот это вот бытие основания, оно представляется как основание, основанное теперь. Оно как бы двояко выглядит. Есть основание, а есть основанное. Основанное основано на основании, а основание проявляется в основанном. И вот после этого рассмотрения снова мы берем определенность. И вот под сущность взятая, та определенность по отношению к сущности представляет собой форму. А раз она представляет собой форму, она в себе как бы воплощает все определенности, сущность. А тогда сущность как бы лишается всех определенностей и выступает просто как материя бесформенная, как некое вот вещество, которое имеет некоторую форму. Вот это первое соотношение. Форма и материя. Не материя как всеобщая категория, о которой говорится в философии марксистской, а материя как то, из чего состоит, то, что мы рассматриваем. Любой предмет, если мы его рассматриваем, вот этот предмет состоит из какой материи? Из бумаги. В этом смысле. Вот поскольку... А есть его форма, а есть его материя. Вот форма и материя, если их брать в единстве, форма и материя, что получаем? Содержание. Потому что содержание – это не отдельная определенность и не какая-то бесформенная материя, а это... Все вместе взятое. Это есть единое. Это есть. Если раньше мы рассматривали сущность и форма, теперь мы рассматриваем форма и материя, а единство формы и материи дает содержание. Значит, в содержании есть форма. Вот что надо запомнить. Если содержание – это единство формы и материи, значит, в самом содержании есть форма уже. И нельзя так разрезать и разделить вот форма, а вот содержание. А следовательно, если теперь мы будем рассматривать форму и содержание, то мы должны будем сделать какой вывод? Что форма содержательна, а форма разве оторвана от того, формой чего она является, а содержание оформлено. И не бывает так, что вы меняете только форму, и не меняется содержание. Или не бывает так, что вы меняете содержание, а форма остается неподвижной. Такого не может быть. То есть вот эта неразрывность, единство формы и содержания – это очень важное достижение гегелевской диалектики, которое не было принято во внимание громадным большинством трудящихся, которым рассказывали. Сейчас мы будем вам реформировать нашего общества. А что значит реформировать? Дескать, форму вам поменяем, а что будет с содержанием? А что тогда будет с содержанием, если будут форму менять? Если причем не указывают, как будут, какие формы. Форма бывает та, которая продвигает содержание вперед, а форма может быть и такая, которая двигает содержание назад. И можно изменить форму и загубить полностью содержание. Это, я думаю, понятно, если поставить себе задачу вас втиснуть в
прямоугольный деревянный ящик. Ну, заведомо меньшей длины, чем ваш рост, то это можно сделать только одним путем, так сказать, умертвить то, что пытается втиснуть в эту форму. И что у нас было в процессе реформирования? Говорят, надо реформировать. Сейчас до сих пор говорят, если что-то плохо в какой-то области, в медицине, в науке, значит, надо реформировать. Что, какая тут мысль содержится? Мысль одна, то есть изменить форму. Когда вы измените форму, изменится содержание. И что будет содержание? Не знаю. Может, оно будет уже таким, которое приблизится до гибели, то, что реформируется. Как можно говорить о реформировании, не принимая во внимание, в каком направлении, какое конкретно содержание? До этого этому предшествовали аналогичные высказывания. Надо перестроиться. Вы перестроились, гражданин? Да. Перестроились? Напрасно вы перестроились. Надо сначала подумать, что вы перестраиваете, во что. Если вы перестраиваете хлев в дворец, наверное, это неплохо. А если вы перестраиваете дворец в хлев, но вы нам не сказали. Вы просто за любой реформируете. Так как увидели, что что-то меняется, давайте менять. И вот у нас уже много-много лет идет суета-сует. Нет ничего прочного, которое... необходимо. Устойчиво и прочное – это вообще характеристика, дальше будет ясно, это закона. Закон – это спокойное в явлении. Чтобы можно было заниматься наукой, искусством, культурой, нужно, чтобы была устойчивость, стабильность. И чтобы без нужды форма не менялась, в том числе всякого рода. Борис Николаевич, не надо разговоры во время записи. Борис Николаевич, ну как, вы еще не знаете, что записывается все? Что микрофон? Микрофон-то есть? Это ваша задача? Это для этого есть вот Степан Степанович? Это общая задача. Нет, это не ваша общая задача. Ваша задача – отвечать на вопросы здесь. А вы занялись реформированием. Извините, задать вопрос. Да, задать вопрос можно. Вот, скажем, текст гегелевской науки логики, да. Текст – это форма содержания самого... Да, конечно. Системы, если мы форму поменяем... Вот уже поменяли в том издании, которое мы с вами брали. Вот возьмем. Мы можем менять текстовым образом структуру. Мы не можем менять его структуру. Или мы не можем, потому что мы понимаем. Да. Вот смотрите, вот наука логики. В издании издательство «Наука», Санкт-Петербург, 2002 год. И вот здесь написано, там где, на первом же листе, сначала по-немецки. Гегель, Wissenschaftliche Logik, Erster Teil, первая часть, Die Objektive Logik, и Zweiter Teil, Die Subjektive Logik. Вот еще показано, продемонстрировано, что сам Гегель разделил все свое издание на две части. На три. На две части. На две части. Написано Teil, часть. Евгений Николаевич, что вы спорите? Я не спорю, я просто не вижу. А вы не видите, а я вам цитирую, я вам читаю, а вы еще и не слышите. Ну, реформировать хотите. Значит, две части, я еще раз повторяю. Эрста – это первое по-немецки, тайл – это часть, вы лучше меня знаете немецкий язык. А цвайтер тайл – это вторая часть. Вот у Гегеля написано. Добросовестные переводчики сохранили эту форму и написали. Наука логики – первая часть, объективная логика, крупно. Вторая часть – субъективная логика, крупно. А что дальше? А дальше, товарищи, вопреки замыслу автора и вопреки вот тому, что здесь написано, той форме, которой должно определяться содержание, то есть и дальше текст должен располагаться в двух частях, они эту часть эти выбросили, их тут нету, а есть просто три книги. Три книги. И если, согласно Гегелю, должно было так, часть первая – учение о бытии, учение о сущности, то есть мы изучаем объективный мир, и в том числе не только со стороны поверхности, а с путем и углубления в него. А потом часть вторая – его субъективное отражение, учение о понятии. В первую часть входят две книги – учение о бытии, учение о сущности, а во вторую часть входит одна книга, третья. И вот вы можете здесь хоть... содержание искать не найдете ни первую, ни вторую часть. Хоть в тексте ни первую, ни вторую часть. И удивительным образом, что во всех самых распространенных изданиях, вот в этом сереньком,
издание 71 года, та же самая история. Есть три книжечки, это три книги, а частей нет, вот двух этих, объективная логика и субъективная логика. Есть еще красное такое издание, я показывал, красное большое, тоже издательство «Мысли», там тоже нету этих двух частей, нету, не разделено. А это существенно, что есть объективная логика и субъективная. Если это объективная логика и субъективная, то Гегель начинает с объективной логики свою эту работу. Ну и ничего сложного не стоит, ничего не составляет, никакого труда понимать эту объективную логику материалистически. Как Ленин писал, я лично читаю и изучаю эту науку логики, истолковываю материалистически, стараюсь читать материалистически. Вот, кстати, вы не смотрели конспект, ленинский конспект науки логики Гегеля? Нет. А вы тоже не смотрели. Вот тот самый случай, когда есть, как бы вы попали в одну компанию с Лениным. Только у вас есть колоссальное преимущество. Ленин стал читать эту науку логики в возрасте в 14 году, 44 года. У вас колоссальный запас. Вы 10 раз уже изучить можете ее лучше, чем Ленин. Колоссальный запас. То есть вы сейчас почитаете, откройте 29-й том полного собрания сочинений, философские тетради. В философских тетрадях есть конспект науки логики Гегеля. Вот Ленин конспектирует, и вы тут что-то думаете. И вы так сопоставляете, что вы, что Ленин, что Ленин, что вы. Он тоже способный человек был. Не сказать, что он слабый. Поэтому это вот сопоставление очень полезно. И это облегчает. Это не какой-нибудь Труфанов, который написал науку логики в доступном изложении, в примитивном другому, другими словами, в изуродованном изложении. А он написал конспект науки логики, не трогая, и то, что он там цитирует, он берет в кавычки и ставит страницу, чтобы потом не обращаться уже к книге, а прямо из своего конспекта брать эту страницу и цитировать дальше. То есть вот такое даже небольшое изменение формы. Да, это не небольшое, это как раз по-крупному изменение формы. Mm-hmm. То есть по-крупному, которое принципиально выставляет это издание не так, как его понимал Гегель. Гегель сказал так, что надо разделить всю науку логики как диалектику объективного мира и диалектику нашего отражения этого объективного мира. От того, что вы подставите в начало абсолютную идею, которая развилась до объективного мира, это никак не затрагивает всей этой системы категории объективного мира. Дескать, ну вот сотворен мир объективной идеей. Ну если он сотворен, так он сотворен. То есть он объективный мир. Он не в голове. Он существует независимо от головы. То есть вот эта предпосылка материалистическая, изучать сначала материю как то, что не зависит от головы, она тут присутствует. Она, правда, зависит от абсолютной идеи у Гегеля, но от субъективной головы она абсолютно. То есть Гегель полностью разошелся с субъективным идеализмом. А дальше, если пошла субъективная логика, это отражение этого. Но это такое отражение, которое явилось в результате развития этой объективной логики. И там вот есть процесс жизни, то есть как бы через процесс жизни имеется восхождение к человеку, который это отражает. И тогда очень легко понимать, что субъективная логика – это отражение объективного мира. Поэтому Гегель до такой степени довел науку логики свою, до такой степени, сказать, близости к материализму, что осталось только истолковывать материалистически, и нам ничего другого делать не надо. Нам не надо там все это, сказать, реформировать. Не надо никакого реформирования, прямо берите. Но вот товарищи сделали реформу. Они взяли и убрали деление на объективное и субъективное. А собственно, самое первое деление для марксистов, для материалистов – это различать объективное и субъективное. И вот это деление убрано во всех изданиях, кроме издания 37-38 годов науки логики в собрании сочинений Гегеля. Последовательно убрано, и случайным это не назовешь. А после этого начинают объяснять, ну это идеалист Гегель, зачем его изучать, там же, видите, там то, все, пятое, десятое, хотя этот самый, как писал Ленин в своем конспекте, умный идеалист лучше глупого материалиста. Почему? Потому что вообще развитие философии не так проходит, что вот материалисты только давали развитие философии, а идеалисты только тормозили. Это полная глупость.
Совершенно ничего подобного. В развитие философии и те, и другие внесли определенный вклад. И гигантский вклад внесен идеалистом Гегелем, который довел этот свой идеализм до такой степени, что он поддается материалистическому истолкованию. И такие великие люди, как Маркс и Энгельс, им ничего не стоило из положения младогегельянцев, которые как бы вот как вы пришли и как бы были в кружке. Младогегельянцы. Маркс и Энгельс. Они потом решили разорваться со всеми младогегельянцами и встать на материалистическую позицию. Кто им в этом помог? Им в этом помог Фейербах, который говорит, что вот его единственный человек, с которым надо посчитаться после Гегеля в немецкой философии, это Фейербах. Потому что он перевернул все мировоззрение. Они, правда, говорят, что они поставили диалектику на ноги. На самом деле Фейербах поставил Маркса и Энгельса на ноги, потому что они стояли на голове. Почему? В каком смысле стояли на голове? Но они были же идеалисты. То есть стояли на голове, а теперь они стоят на ногах. Они стали материалистами. Но если бы это все кончилось вот этим переворотом, получилось так. Перевернуть-то Фейербах перевернул, а диалектику не взял. Поэтому у него получилось не снятие, а отрицание внешнее. Он не вобрал в себя, в свой материализм, диалектику. И эту задачу решили Маркс и Энгельс. Как они решили? А очень просто. Истолковав вот это произведение, истолковав материалистически. И Ленин вслед за ними. И если еще Маркс как-то так высказывался, что надо когда-нибудь вернуться к этому вопросу, чтобы изложить более понятно, но так и не вернулся, если бы для этого нашлось время. Пожалуйста. Вопрос, можно? А не значит ли, что они изменили форму? Чего? Вот этой информации, которую изложили. Нет, они форму. Форму изменили, да. Без потери сущности? Форму изменили, но они как изменили форму? Они дали ей другое истолкование, вот и все. Форма. Ничего не потеряно, потому что добавили, изменили. Да, они добавили, они ничего не убрали, и ничего не вычеркнули, и ничего не вставили. Они не просто... Не нет, они просто самую первую категорию истолковали материалистически, бытие. Поэтому и при рассмотрении основного вопроса философии, как ставится вопрос, что первично, бытие или сознание? Так они даже и не говорят, что первично материя или сознание. Бытие или сознание? Если вы считаете, что первичное бытие, значит, это материализм. Так у Гегеля тут в этой книге первичное бытие. Как бы они отсекли от этой книги, эту книгу высекли из философской системы. И она, взятая вне этой его философской системы, сама по себе, она идеалистической конструкцией не является. Можно еще немного? Да. А сознание влияет на бытие? Конечно, влияет. Опосредствованно? Ну, Евгений Николаевич, ну вы, наверное, прекрасно понимаете, что было бытие без всякого сознания. Поэтому, когда сознания нет, никак не влияет. Для того, чтобы вообще появилось сознание, материя долго-долго развивалась. И в вашем лице обрела сознание. Вот. Но когда вас не было, и нас не было, и других сознательных существ, которые представляют собой высшую форму развития материи, обладающей сознанием, то есть сознание без материи не бывает, потому что сознание – это свойство высокоорганизованной материи. А материя без сознания бывает. И более того, бесконечно много лет прошло, когда материя с сознанием не обладала. Вот и все. Извините. Поэтому материя не зависит от сознания в этом смысле. А влиять может сознание только тогда, на эту материю, когда оно появится. И вообще влияет не сознание, а та часть материи, которая обладает сознанием. Вот вы можете повлиять на материю, как часть материи. Да, и сознание не субъект. Да, сознание не субъект. Субъект вы, обладающий сознанием. Человек, обладающий сознанием, творящий человек, изменяющий действительность, вот он может повлиять. То есть одна часть материи, обладающая сознанием, может повлиять на другую. То есть набросать везде кучу мусора, и после этого, так сказать, другая часть материи, которая должна этот мусор убирать, будет чертыхаться,
по этому поводу и преобразовывать так, чтобы этот мусор был сложен куда-то в какие-то кучи, которые никак наше правительство области и города никак не может определить, где же будет это все складироваться, и надо ли собирать то, что собирать и изготовлять то, что разлагается 200 лет. Как выяснилось, что, скажем, эти все пластмассовые стаканчики и пластмассовые тарелочки и вилочки, которыми удобно вроде бы есть, 200 лет будут разлагаться. То есть они выше нас в этом отношении, они дольше нас живут. А бумажные стаканчики, которые легче сделать и проще, и у нас лесов полно, пока еще не все продали мы за границу, а продаем мы туда кругляк постоянно, вместо того, чтобы сделать из него те же самые стаканчики, которые превращаются в удобрение через месяц. Хорошее причем. Что такое бумажный стакан? Это древесина измельченная. То есть, что мы должны, какой вывод сделать, что именно вот в тот период, когда действовал Горбачев, когда действовал Ельцин, тогда было вот это вот широко распространено спекулирование на том, что люди не знают истинной связи между формой и содержанием. Вы изменяете форму, значит, вы изменяете содержание. Нельзя изменить форму, не изменив содержание. Вот здесь немножко изменили форму, да? Вот не поставили там. И уже это не то. То есть невозможно изменить форму, потому что форма имеется в виду своя форма. То есть вот та, которая находится в единстве, которая относится к сущности. Не внешняя форма там. Вот пиджак ваш – это внешняя форма. А кожа? Мы про нее знаем, что если поражено более 60% кожи, человек умирает, погибает. Хотя, конечно, вы прекрасно все знаете, что мозг – это гораздо более важно, и сердце гораздо более важно, чем кожа. Но когда… 24%. Когда? 24% – это 60% медицинским сопровождением, а 24% просто. Ну, я как раз был в больнице ожоговой с медицинским сопровождением, поэтому я точно 60. Знаю, 60%. А если без... Ну, если нет... Ну, если, да, конечно. То есть вот, то есть изменение просто формы, и мы видели, как все время... Вот, это разве кончилось? Вот про перестройку уже мало говорят. А реформирование говорят, вот у нас плохо в медицине, значит, надо провести реформу. Что значит надо провести реформу? Можно проводить одни реформы или другие. А что значит проводить вообще реформы? Лишь бы что-нибудь поменять. Давайте вместо, значит, шляп оденем сковороды на голову. Давайте в черные халаты или в синие оденем медиков, намекая на то, к чему это дело может привести. Что, значит, поменять форму? Какой смысл может быть в том, чтобы поменять форму, как, просто как задача? Никакого смысла, кроме разрушительного, нет. Потому что созидательный смысл – это он предполагает движение низшего к высшему, простого к сложному. Значит, должно быть не реформирование, а развитие. А развитие включает в себя, конечно, изменение содержания, правда? Развитие содержания. И, соответственно, и формы. Осмысленное и, соответственно, и формы. А вот это вот бессмысленное изменение формы, или изменение форм самых разных, бухгалтерских, там, учебных, медицинских, и так, движение бумаг, движение, так сказать, приказов, указов, законов, когда все время что-то меняется, нет ничего устойчивого, и человек не знает, что там за законы приняли. А ему говорят, что незнание законов не освобождает от ответственности за их несоблюдение. Форма активна. Скажем, все законы печатаются в российской газете. Я ее каждый день покупаю. Никогда не читаю эти законы, потому что если я буду читать законы, скоро закончится чтение мое. Потому что я ослепну. Потому что они напечатаны таким шрифтом, смысл которого этого шрифта в том, чтобы вы не читали. И не надо читать, и невозможно читать это. Но есть другой способ. Можно посмотреть по компьютеру там. Ну а там тоже, так сказать, есть ограничения. Вы знаете, что долго находиться у компьютера тоже. Это вредно для глаз. Ну почему нельзя? Если это такая важная вещь, как закон, так вы напечатаете так, чтобы нормальный человек мог прочитать, да? Нет. А зачем ему знать? И не надо ему знать. Есть юристы, толкователи законов, есть адвокаты. Заплатите им деньги, они вам прочитают и объяснят за соответствующую сумму. И, так сказать, колеса вращаются, а, так сказать, общественная жизнь не развивается.
Вот что такое форма. Что такое форма? Вот форма нашей экономики такова, как событие из последней данной, что она нацелена и настроена на быстрое увеличение числа долларовых миллионеров и миллиардеров. А именно, вот не далее, как 17 марта газета российская опубликовала интересный материал. Называется «Деньги к деньгам» на 7-й странице, где говорится об исследовании, которое проделала Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. И вот эти ученые открыли, что у нас есть такие темпы роста, которые позволяют нам говорить о том, что мы опережаем всю планету. А именно, всю-всю планету. Напрасно вы скептически так смотрите. Вот сейчас я вам скажу, и вы не будете так скептически смотреть. По числу долларовых миллионеров мы обгоняем всех. Потому что во всем мире за прошлый год, 2016, число долларовых миллионеров увеличилось. Понятно, кто это такой. Человек, у которого есть миллион или больше долларов. Только на 3%. А Россия, которую считает мелким государством, там, ничтожным, слабой экономикой, она дала 10% рост долларовых миллионеров. Здорово же. Их уже у нас 132 тысячи. Так что вы должны вот за них порадоваться. Иногда вы можете их встретить, но не заметить, потому что они окружены, наверное, теми людьми, которые их охраняют, и не очень рады встрече с теми, кто не является долларом-миллионером. У них свой клуб и свои интересы. Но это не все. Есть еще большие успехи в нашей экономике. Долларовых миллиардеров у нас рост за этот год 11%. Чего вы так нахмурились, Константин Константинович? Вы не попали в число долларовых миллионеров, миллиардеров. Не рубиться. Да. Но, поскольку речь идет о серьезном научном учреждении, оно не просто опубликовало вот эти данные, оно и другой край затронуло. А как у нас насчет реального дохода, то есть сколько может купить на свой доход средний трудящих, в среднем, какой у нас реальный доход на душу населения, и какая у нас зарплата, не номинальная в бумажках, а реальная в продуктах. И вот они сделали расчеты и показывают, что в 2016 году, в истекший год, реальные доходы трудящихся России составили, всех, вернее, жителей России, составили 90,5% от уровня 2013 года. Так что из своих там расчетов выбрасывайте 1913 год, который вы все брали для сравнения. Вот есть 2013 год как точка отсчета. И по этой точке отсчета видно, что почти на 10% понизился жизненный уровень трудящихся. И, так сказать, вот вам реальные цифры, официально опубликованы в серьезном издании правительственном, которые, как говорится, никуда не опровергнешь и выкинуть нельзя. А как насчет зарплаты? Ну, зарплаты лучше дело. Зарплата реальная сократилась в меньшей степени. Она составляет теперь 92,5% от уровня 2013 года. Вот прошло 3 года, и за это время реальная заработная плата сократилась. Но я бы мог и по-другому поступить. Вот, скажем, задал бы вам вопрос, вы арифметику изучали? Изучали. Если число долларовых миллионеров и миллиардеров выросло так здорово, а темпы роста близкие к нулю у экономики, ну вот больше чем 0,8% никто не раскреп. Даже переподчинили даже органы статистики Министерства экономического развития имени Улюкаева. И все равно не наскребли. И вот после этого, если есть такой бурный рост долларовых миллионеров и миллиардеров, значит, на другом краю что должно быть? Сокращение доходов граждан и заработных плат тоже. Это и произошло. Ничего тут удивительного нет. Вот опять форма задержания. Если форма доллар, то задержание вне. Форма здесь не доллар. А форма здесь – обогащение меньшинства за счет большинства. Вот форма. Оно же и содержание. Эти доллары содержатся ведь вовне, да. России,
Нет, имеется в виду, они не вовне России содержатся, они могут и в России содержаться. Это не имеет никакого значения. Для них это не имеет никакого значения. Сегодня, Евгений Николаевич, вы можете $1 миллион провести спокойно в чемодане. О чем тоже было написано в российской газете представителями таможенного комитета, что вы можете сложить их в чемодан и повезти. Но если вы не напишете декларацию, вас не пропустят. А если вы пропишете декларацию, пожалуйста. И за прошлый год у нас вывезли 5 чемоданов в сумме $1 миллион. Имея в виду, что там разная валюта была, но $1 миллион. А ввезли 2. Наверное, эти в связи с выборной кампанией могут пригодиться $2 миллиона, как вы понимаете. И этот представитель таможенного комитета, затравленный, который говорит, ну надо как-то хоть у нас бы права были, хоть спрашивать, чего взять? Спросите меня, откуда у меня миллион? Я везу вот чемодан, у меня в чемодане миллион. Откуда, Михайлович, сейчас миллион? Мне бабушка подарила. А-а-а. Да. У вас есть такая бабушка? Нет, пока. Вам не повезло. Значит, вы неудачник, раз, лох, два, лузер, три. Вот вы кто. А Ходорковский имеет самый большой. А я уважаемый человек. Дружин. Это я заработал. Да. Сейчас заработал, называется, как бы я ни получил, это все заработал, считается. Хотя... Одно дело получить можно много, а заработать много нельзя. Потому что заработать – это значит своим трудом создать. А если я создал систему, что ваш пруд притекает, труд, плоды вашего труда притекают ко мне, то вы-то заработали мало, а выработали много. И вот то, что вы выработали сверх того, что вы заработали, попало ко мне. И у меня это называется прибавочный продукт. Прибавочная стоимость, если самостоятельное выражение. И мой капитал прирост, сам возрастает. Потому что смысл общества, которое у нас создано благодаря таким людям, как Явлинский, там, Немцов, который был вице-премьером, таким людям, как, которого сейчас славят и хотят чуть ли не памятник ему поставить за разрушение экономики Гайдар. России, Гайдар, вот, и ряд других, которые, так сказать, у нас на слуху. А вот гражданин Касьянов, которым у нас кем он был? Он что, маленьким человеком был? Он был премьером. Премьером, председателем правительства, говорит, дайте мне снова порулить. Да вы уже дорулили до того, что, так сказать, нам приходится это, осколки собирать России. И вот они опять хотят порулить постоянно. И когда они теперь, короче, выступают и критикуют, то критиковать-то можно все, что угодно. А направление, вот форма как раз характерна. А что, на какое направление? Берем самый яркий примет. Вот господин Навальный, значит, инициировал всякого рода протесты. А что такое протесты? Протест – это, значит, это несогласие с тем, что делается. Это хорошо, они согласны. А за что вы выступаете? Об этом молчок. Почему? А потому что, вот скажем, мы уже знаем, был товарищ или гражданин Ельцин, который был не согласен с привилегиями, которые были у Горбачева. Но он оказался согласным с привилегиями, которые оказались у него, когда он стал президентом. Поэтому, если кто-то просто так критикует, то он не очень понимает вот эти связи этих категорий, формы и содержания. Скажите, пожалуйста, наличие коррупции – это какая-то, так сказать, такая внешняя характеристика, не относящаяся к имеющемуся у нас строю, или его непременная характеристика, которая относится не только к форме, но и к содержанию? Ну, давайте разберем такой вопрос. Что такое коррупция? Это решение своих личных проблем за счет государства, государственными чиновниками. Дескать, вот капиталисты набивают карманы за счет рабочих, это благородное дело. А вот эти слуги вот этих долларовых миллиардеров и миллионеров, они должны не набивать себе карманы, они должны заботиться об интересах государства. То есть кого? Вот этих самых долларовых миллионеров и миллиардеров. А какой сейчас принцип, самый главный, провозглашен во всем нашем обществе? Ну, раньше этот принцип был так назывался, приоритет общественных интересов. То есть надо обеспечивать общественные интересы, тогда будет богатым общество и будут развиваться все его члены. А сейчас какой принцип? Вам конверты продают, на которых сначала написано «Иванов», потом вы будете писать «дом», «квартиру», «дом», «улицу», потом «город» и в конце «России». И бедные, несчастные,
работники почты вынуждены, они им же все равно приходится распределять эту почту, им все равно приходится от общего к частному идти. Они, значит, так вот поднимают. Но смысл-то в том, что утвержден принцип в современном обществе, независимо от того, Навальный сейчас там, Путин, Медведев, он в обществе в капиталистическом какой приоритет? Частных интересов. Раз приоритет частных интересов, вот я с Божьей помощью попал в кресло министра. Что должен делать? Вот скажите мне, если у нас приоритет частных интересов. Обеспечивать свои частные интересы. Ну, так вот сразу, я бы так вот форму соблел бы другую. Я бы сказал так. Я человек принципиальный. Я беспринципной политики проводить не буду. А какой у нас принцип? Приоритет личных интересов. Ну, раз я принципиальный, вот я первым делом должен озаботиться тем, сколько я получу. Правильно? От вас, когда он вам позволит воровать? Не, мы не воруем. Зачем нам? Ну, вы форму, зачем вы такую форму берете? Что значит воровать? Я просто реализовываю свой личный интерес. Я принципиальный человек, я принципиально действую, осуществляю принцип приоритета личных интересов. Вы меня за это будете осуждать? А как? Нет. Ну вот и меня особенно и не осуждают. Поэтому и не спрашивают, откуда деньги. Вот пример. Тот же самый Хорошавин, который губернатор Сахалина. Он взял взяток, и это подтверждено уже, и в деле находится в его данные, на 500 000 000 рублей. Но дома у него нашли и арестовали. 1,8 миллиарда рублей. Ну, откуда-то пришли эти деньги. И вот он, а он человек грамотный и знающий форму нынешнего общества и государства. Говорит, так, у вас претензии ко мне на сумму 500 000 000? Хорошо. Хорошо. А 1,8 минус 0,5? 1,3. А 1,3, пожалуйста, верните назад. Почему? Потому что это же... И, кстати, это не отнято у них, это не национализировано, это только на время судебного процесса как бы остановлено, приостановлено. Вот он выйдет, и 1,3 миллиарда заберет обратно. Почему? Он говорит, а у нас же принято не спрашивать, откуда деньги. Так? Это раньше вот вы спрашивали, когда было общество, где все по труду. Сейчас у нас не по труду. У нас или по труду, или по собственности. Вот у вас нет собственности, у вас по труду, а у меня собственность есть. Я на собственность получаю новую собственность, еще большую собственность, и все. У вас зарплата, у меня дивиденды. Поэтому форма другая, поэтому и не надо свои эти принципы применять. Поэтому, а вот сколько у кого каких дивидендов, это вы не узнаете, потому что когда даются декларации, как бы для того, чтобы узнать, кто идет там в Думу и так далее, никогда вы не видите никаких дивидендов. А там, говорится, вот машина, земельный участок, квадратных метров столько. А главное, это источник для богатых. Какой? Дивиденды на сложенный капитал. Если у меня на 2 миллиарда завод, соответственно, у меня и дивиденды грандиозные. И увидели эти дивиденды, например, тогда, когда товарищ собственник Балтийского завода и... Сергей Пугачев и завода «Северная верфь», ну, под давлением некоторых обстоятельств и нажима соответствующих органов, продал свои акции. И, а раз он продал, у него получился доход. Уже не дивиденды, а доход от продажи. А он попал в декларацию. Всего лишь 2 миллиарда он задекларировал тогда. Ну, пришлось задекларировать. А потом он все-таки на всякий случай уехал отсюда из России, потому что там как бы дальше не начали разворачиваться события, и уже и действительно заведено соответствующее дело о том, как получилось. А как вот получилось, что он стал собственником Балтийского завода и завода «Северная верфь»? Это причем военное производство по выпуску кораблей. А не надо задавать такие вопросы. Это неприлично. Это форма. У нас не принято такие вопросы задавать. Человек. Не только отвечать, но и задавать даже не принято такие вопросы. Логично. Как бы это вот неприлично. То есть вот мы очень важную с вами тему затронули, потому что уж так активно этот весь разговор ведется про формы, про реформы, очередные реформы, еще реформы. Вот сейчас затеяна реформа нашей
станции астрономической, которая на Пулковских высотах. Да, значит, реформа состоит в том, чтобы застроить это место. Поэтому доказывается, без участия представителей этой самой обсерватории собрали совещание и начали решать, как бы ее куда-то там сделать из этого НИИ просто, а вы там где-то на посторонних местах распределите свои приборы. Как написано сегодня в сегодняшней газете, что на самом-то деле у них очень точные показания, по которым сверяют другие, скажем, даже в горах, там, поскольку там меняется погода и так далее, поэтому у них нет устойчивых результатов. Наша Пулковская обсерватория имеет аппаратуру и данные очень точные и хорошие. Ну, конечно, если вы дальше будете придвигать к ней дома и дымы, к чему дело идет, ну, это же изменение формы. Пускай на этой горе будут стоять дома. Пускай. Для астрономов. Для друзей астрономов. Это гибель. Потому что все, кто там будет жить, будут считаться друзьями астрономов. Да. Академик Струбе, основатель Пулковской обсерватории, не там ее поставили. Он не знал, что город будет расширяться. Они уже звезд много, многие не видят. Вы ничего не понимаете в реформировании, Борис Николаевич. Вы против реформирования? Я чувствую, вы против реформирования. А звезды не видят, потому что трассы, магазины светятся, и звезды уже не видны из Пулковской. Если бы вот я видел, какие у вас звезды на погонах, сразу бы тоже звезды ваши попадали в связи с тем, что вы так выступаете против реформирования. Да. Короче говоря, вот этот вопрос мы должны поставить себе на заметку, что вот Гегель, который не имел в виду какие-то конкретные приложения, он рассматривает всеобщее. Форма и содержание связаны неразрывно. Нельзя изменить форму, не затронув содержание. И наоборот. Если содержание не оформлено должным образом, говорит, я все понимаю, не могу выразить. Неоформленное содержание бесформенно, безобразно, безобразно. Что такое вот человек без кожи, без всего? Ну вот я знаю, что у вас есть кишки, печенка, селезенка, но это не обязательно вот сюда выставлять это все. Как бы на всеобщее обозрение, или даже делать какую-то прозрачную такую оболочку, через которую все просвечивало. То есть форма содержательна, а содержание обязательно оформлено. Не может быть такого содержания, которое не имело бы формы. Если оно без формы, это не содержание. Это не содержание. Умертвить. Если вы умертвили форму, вы умертвили содержание. Если вы умертвили содержание, естественно, вы умертвили и форму. Скажем, если вы сняли шкуру с крупного рогатого скота, посмотрели на свет, это называется органолептический метод. Что значит органолептический? Орган – это я, то есть я, организм. Лептический – лепота, от слова лепота. Вот если я увидел, дырок нету, а если я на солнце смотрю, если солнце не просвечивает, дырок нет – это сюда, это хорошая шкура. А если, а вода ее прокусали, эту шкуру, это туда, это плохая шкура. Вот туда, из нее можно делать сапоги, а из этих можно делать что-то более серьезное. И вот таким органолептическим методом можно отделять. Но уже никакого животного, живого, естественно, нет. Это уже не живая шкура, а это кожа. Мы различаем кожу и шкуру. И шкуру живую или шкуру снятую. Шкура снятая уже, она предполагает смерть того, чья шкура снята. Или, скажем, как известно, индейцы снимали скальп с врагов, американские. Их расстреливали все время, так сказать, пришельцы из свободного мира, которые приплыли на кораблях с ружьями. А они, если удавалось им кого-то, они снимали скальп. Но человек, это не то, что сходить в парикмахерскую. Если вам скальп сняли уже, это же форма только, подумаешь, там вот, с головы сняли кожу. Все, конец. На этом конец жизни наступает. Это реформирование своего рода. Зачем вам? Не надо ходить в парикмахерскую, снять сразу это все. И никогда не надо подстригаться. Нет, умирают. Почему? В чем дело? Оказывается, умирают в силу единства содержания и формы. И что это единство содержания и формы настолько тесное, что нельзя уничтожить форму, сохранив содержание. Точно так же, если уж содержание вы сохраните, то это, значит, это будет труп человека или труп животного. Если содержание не сохранено, то тогда и форма, она не, это не форма этого человека, это форма трупа.
Поэтому иногда и некоторые трупы прихорашивают после смерти человека. И могут за отдельную плату сделать, так сказать, улыбку на лице. И будет выглядеть лучше, чем он был до смерти. Выглядеть будет лучше. И будет радостно его хоронить. А не грустно так, как будто он перекошенный был. Так вот бывает. И это мы знаем из практики уже. Вывод, что вот это место надо бы всем тем, кто занимается управлением, экономикой, обществом, тем, кто рассуждает на темы о форме содержания, о реформировании, о перестройке, надо бы это место знать на зубок и запомнить, что отрывать форму от содержания и содержание от формы, и не видеть этого единства, это значит убивать и форму, и содержание. Потому что одно есть его определенность, а другое есть содержание. Форма – это определенность этого содержания, а содержание без определенности – не содержание. А определенность без бытия, и определенностью которого она является, – небытие вообще. И, следовательно, значит, и то, и другое умирает. Поэтому они существуют только вместе, и только такими их нужно принимать. Поэтому это очень важное место вот этой маленькой книжечки второй, часть первая, объективная логика, которую нужно изучить. И здесь, в общем, более-менее понятно написано. Есть такие места трудно воспринимаемые, это вот из тех довольно понятных мест. И я планировал, чтобы у нас сегодня товарищи по этой части высказались, ну, так сказать, ответы на вопросы были, и высказывания тоже были. Но вот мы, я думаю, теперь можем в следующий раз пойти немножко дальше, чуть-чуть дальше. Но судя по тому, как у нас шло обсуждение, это не мешает нам к этому возвращаться, потому что вот это вот деление на содержание и форму, и деление на основание основано, оно в той или иной мере повторится. А впереди нас ждет рассмотрение того, что является явлением, а что является законом. Закон, вот эта пара, основание основано, уже превращается в пару закон и явление. И забегая вперед, я бы спросил, а что такое закон, кто скажет? Спокойное явление. Вот, некоторые люди, забегая вперед, говорят, спокойное явление. То есть то, что вот явление, которое бурность изменяется, развивается, при этом остается спокойным, это вот закон этого явления. То есть не только есть раз, два, три закона, а всякое явление имеет свой закон. И если мы хотим понять сущность или понять это явление, мы должны видеть его закон и видеть, как этот закон проявляется. И есть, так сказать, как говорит Гегель, спокойное царство законов, и есть являющийся мир. Являющийся мир есть выражение вот этого мира законов. После этого товарищи марксисты, значит, товарищи Маркс, Энгельс и Ленин, начитавшись науки логики Гегеля, стали говорить, что философия изучает всеобщие законы природы, общества и мышления, потому что они вот это место, которое мы еще с вами не разобрали, прошли. И они еще нас обгоняют. А как только мы это место пройдем, они уже нас не обгоняют. Мы уже их догоняем, наступаем на пятки. Тем более, что их развитие остановилось, наше продолжается. И вам никто не мешает пойти вперед. В чем преимущество нескольких наших молодых товарищей? А в том, что они по смыслу своему существованию, они должны пойти дальше, чем все здесь присутствующие и руководители кружка в том числе. Потому что если они не пойдут дальше, то их как бы нет смысла в их рождении, как мне объяснила моя собственная внучка. Говорит, а если, говорит, вы нас родили, так мы должны быть лучше вас. И я как-то так понял, что мне это сопротивляться этому нельзя. А действительно, если вы моложе нас, значит, вы же следующее поколение, значит, следующее поколение развивает то, что достигло это поколение, а мы, следовательно, предыдущее поколение, значит, вы должны нас перегнать. Другое дело, когда? Лучше раньше, чем позже. Почему лучше раньше? Потому что мы вам сейчас еще помогаем. А если вы так задержитесь, что мы вам уже не сможем помочь, может, вы и не догоните. Поэтому, конечно, занятие в кружке,
Что предполагается? Ну, предполагает самостоятельную работу. Какую самостоятельную работу? Я бы упор сделал не на количестве, а на систематичности. То есть человек должен изучать, читать постепенно, быстрее или медленнее. Скорость не имеет значения. Почему? Потому что если вы двигаетесь с постоянной скоростью, то вы преодолеете любое расстояние. Правильно? А если вы двигаетесь с нулевой скоростью, то есть не читаете, то сколько бы времени ни прошло, вы не преодолеете никакого расстояния. Поэтому вот важно вот понять такую очень простую количественную вещь. Надо поставить себе точно так же, как вы чистите зубы, завтракаете, обедаете, ужинаете, одеваетесь, моетесь и так далее. Какое-то количество надо уделить внимания своей голове. Мне такая бедная, несчастная голова, что неужели она не заслуживает того, чтобы эту голову тоже приводить в порядок? Лучшего способа приводить в порядок свою голову, чем изучение науки логики Гегеля, не существует. И как уже мы с вами знаем, уже масса людей изучает науку логики в России, масса людей изучает, мы знаем об этом, пишут люди, говорят, задают вопросы. Вот, в частности, вот, мне пришлось отвечать в трех частях на вопросы, которые задавали изучающие науку логики Гегеля. И я понимаю, есть какие-то вот актуальные политические или экономические вопросы, там много очень посещений. Но когда я увидел, что введение в науку логики посетили более чем 200 тысяч человек, я понял, что у нас началось в России то, чего не было и в советское время никогда. У нас народ, наша его лучшая часть, изучает диалектику, а это будет иметь самые благоприятные последствия для развития России. Потому что во всем, ну, требуется ум. Чем люди умнее, тем более умно они поступают, и тем более успешно они преобразовывают мир. Преобразовывает мир не в соответствии с тем, чтобы он стал просто другим, чтобы изменить форму, а чтобы он развивался. Потому что развитие есть движение низшего к высшему, простого к сложному, а вовсе не всякое изменение. Мы вовсе не стремимся ко всякому изменению. Мы являемся приверженцами развития, движения низшего к высшему, простого к сложному. А человек, который развивается, постоянно выходит за свой предел. И наоборот, человек, который не выходит за свой предел, не развивается. Поэтому всякий раз, приступая к очередному или в очередной раз к изучению науки логики, вы выходите за свой предел. Но только при условии, что вы боретесь с собственной инертностью, пассивностью. Да. Ну, да. Через да, через борьбу, говорите, конечно. Все идет через борьбу. Все хорошее создается борьбой. В том числе приходится бороться с нежеланием читать. Не столько с нежеланием, а с нежеланием преодолеть вот те трудности, с которыми ты встречаешься. Но трудности надо преодолевать. Вопрос есть? Надеюсь. Вопросов нет. Решите вас поблагодарить и пожелать вам успехов в решении этих проблем. Следующее занятие. А? Так, товарищи, следующее занятие. Смотрите, 11, да? 11 апреля, вторник. Как раз перед днем. Канун, да.